очередная фейковая атака была предпринята в городе Буча Киевской области после того, как оттуда вышли российские военнослужащие в соответствии с планами и достигнутыми договоренностями. Там через несколько дней была устроена инсценировка, которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители. Российские военнослужащие полностью вышли из этого города 30 марта. 31 марта мэр города торжественно говорил, что все у него в порядке. А еще два дня спустя мы увидели, как на улицах организована та самая постановка, которую сейчас пытаются использовать в антироссийских целях. Мы затребовали срочное проведение заседания Совета Безопасности по этому конкретному вопросу, потому что усматриваем в таких провокациях прямую угрозу международного мира и безопасности. Подобного рода провокации. Such provocations present a direct threat to international peace and security. Председатель Совета Безопасности в этом месяце, Великобритания, пока вчера не смогла нам подтвердить возможность такое заседание провести, но мы будем требовать от председателя выполнения его функций.